В районе продолжается одна из самых приятных традиций – это поздравление с юбилеем наших дорогих ветеранов. 28 декабря 95-летие со дня рождения отметила жительница аула Кашихабль Кирашева Любовь Хаджимуратовна. С этой датой ее поздравили заместитель Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов и председатель районного совета ветеранов Ахмед Худ. Примите искренние поздравления с юбилеем. Добрые пожелания. Президент Российской Федерации Путин. Аллахам саунови оджидах квадралахам утхават. Мир. Администрация Совета ветеранов. Джаруди атакумачуа. Макага гриб хавахашадба. Хам квадраджири. Джахуади. Узара молодец, Люба. Узара дахацик учири. У именинницы есть два сына и две дочки, 15 внуков и 20 правнуков, которые ее очень сильно любят и уважают. Любовь Хаджимуратовна – ветеран труда, тыловик. Во время войны она работала учителем, затем секретарем в прокуратуре. Также она 26 лет проработала на почте. Хочется пожелать юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни.